Пытаемся доделывать. Вот он край у нас. Здесь еще вот кучка тут вмятин. Вот они видны. Еще до них, как говорится, ход вот только доходит. До этих вмятинок. Просто там, чтобы подобраться, надо иметь соответствующие крючочки. Вот в эти места. А здесь вот, вот в этой области, тут наоборот, слабину дает. Тут усилитель, который под фонарик. Он такой плешивый. Что самое интересное, когда на него опираешься крючком, пытаешься вмятинку вот дочищать, вот эту вот мелочевку вот посерединке, вот здесь вот как бы поднимать, он прогинается вниз, и все. Вот я уже думал, чем бы его как бы приморозить до крыши, чтобы вот тут, собственно, вот размером с руку место надо подчистить немножко. Вот, а так по крыше, в принципе, здесь уже более-менее ничего. Вот такие вот. Это я, конечно, их называю блики, неровности. Вот. Надо вот эти вот вещи просто где-то чуть их пробиваешь. Чуть их поднимаешь, чуть пробил, чуть поднял, пробил, поднял. Вот такие вот вещи тут. Можно, блин, месяц провозиться. И все с каждым разом лучше. И все равно, как бы, нехорошо, некрасиво. Тем более на черном, как бы, все это я достаточно хорошо и четко вижу. Вот, играется. Поверхности. На улице уже смеркалось, ну да, уже 10. Потихоньку вот довожу. Она все лучше, и конца и края нету. Все равно, то там, то здесь, как говорится, металл играет. И мне покоя не дают эти все игрушечки. Вот. Ясно, что по сравнению с тем, что было после града, это как бы уже очень хорошо. Вот, ну вот. Но кое-где еще есть такие тычки, которые, к сожалению, пока мне не поддаются. Они поддаются по одной простой причине. Сейчас покажу, по какой. Причина банальна и проста. Вот у нас есть инструмент. Вот, допустим, да? Мы им пытаемся работать. И вот у нас отгибается усилитель. Вот. А то место, которое надо доработать, оно не хочет выгибаться. Вот. И вот такая же фигня везде. Вот на этих усилителях тоже. Вот он, по сути дела, он сам пляшет, а поработать под ним не удается. Вот под этим только можно, но я все, что мог, сделал. Вот, так сказать, вопрос задачники, что делать. Хрен его знает, что делать. Я думаю, просто-напросто надо, наверное, еще раз будет отдефектоваться и взять, приклеить шовной мастикой на крыше, просто возле вот этих вмятин.
Вот. Но не закрывать сами вот эти вмятинки. И в них потом, так сказать, доработать. К сожалению, вот потолок нельзя выкинуть. Вот. Либо, допустим, еще один вариант. Взять эти усилители, обрезать. Обрезать. Вот. Достать или там высверлить. Как они тут. Вот, они тут на контактной сварке. Вот, так что тут только в наглую обрезать их и потом их клеить. Ну, как бы не хотелось бы курочить машину. То есть, имеется в виду, что взять вот эти усилители, вот они. Допустим, вот этот, не основные. Вот эти два, вот это вот тоже, допустим, вот здесь вот под вот этой фигней. Вот, она тут особо ничего толку не дает никакого. Взять, поудалять вот эти усилители, все сделать, а потом их имплантировать на место, приклеить их, и пусть они все. Они несут более смысловую нагрузку, нежели на них там что-то, крыша держится или что-то. Основное держится вот на этих усилителях, на вот этом центральном усилителе и на вот этом крайнем. А это так, бижутерия. Вот, ну, в общем, вот, вот такая вот фигня. Конечно, более-менее нормально, как бы, да? Но все равно я-то эти косяки все вижу, и хочется, и хотелось бы их доделать. Вот, не люблю я вот эти вот вещи. Вот. Ну, вот, вот они видны. Нехорошо это. То есть это еще не доделки, я их постараюсь убрать. Ну, а в общем-то крыша уже так. Крыша на человека похожа. Но все равно вот они блики, 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 блики. Забликали они меня, эти блики. Вот. В общем, вот такая картина на сегодня. Надо доделывать еще немножко. Крыша. Вот, опять же, крест-накрест перепроверяю. Пожеванности кое-где есть. Их выправляю. Вот такие блики, не блики. Провальчики, пожеванности кое-где. Так, конечно, видно, что все вроде нормально, но находятся еще. Пытаюсь я вот снять. Не берет камера. Вот. Вот эти вещи, это не дело. Вот захватил. Все это надо доделывать. Пробивать, поднимать. Вот, иначе это как бы недоделка в работе. Вот сделал я этот бок весь. Крыло, стойку, заднее крыло. И теперь опять по диагонали прохожу всю крышу, поскольку тут кое-где еще такие недоделочки есть мелкие. Вот. Ставим так лампу, потом сейчас поставлю вот так лампу и буду проходить. Пару раз надо пройти, прогуляться, поправить. Ну, так, конечно, может быть, съемки не очень хорошо видно. Но крест-накрест, когда проходишь, вот дефекты такие. Они как бы небольшие, дефекты такие, как бы небольшие минусы, небольшие складочки. Вот их разбиваешь, и видение их, как говорится, дефект этот уходит. Где-то разбил, где-то поднял, где-то забил, где-то наоборот чуть выше сделал. Какая-то маленькая, как плоскость, бывает, что пониженная или наоборот чуть торчит. Вот такие как бы доделывать мелкие дефекты. Ну, это называется чистка. Вот. Операция не быстрая, надо внимательно приглядываться.
Вот иногда просто-напросто бывает и обман, что непонятно, то ли забивать, то ли поднимать. Поэтому приходится потихоньку, потихоньку, не торопясь идти. Вот так проверяем. Смотрим в лампочке наискось. По диагонали. Тут еще небольшой косячок. Надо его сделать. Там поднять металл надо всего лишь навсего немножко. Ну, просеяли с этой стороны. Есть, конечно, нюансы, но уже что делать. Более-менее уже нормально. Поменьше стало этих разводиков. Маленьких таких косячков. Вот, но все равно до идеала тут, как говорится. Как говорил Пикассо, по-моему, стремиться к идеалу нужно, но надо понимать, что вы его никогда не достигнете. Переходим опять. Меняемся. Меняем позицию. Вот, наконец, крайние шишки я все-таки подернул. Вот раз, два и... Следующая, там еще одна, третья. Не совсем. Но нету к ним доступа, и крючками хрен долезешь, теми, что у меня есть. К сожалению. И далеко. Более чем на вытянутую руку. Ни с другой, ни с этой, ни с той стороны неудобно работать. Но тем не менее я долез. Я уже хотел сверлить отверстие и лезть более длинным крючком. Ну вот сейчас добью их и хорош уже. Это уже все устали, и я, и машина, и хозяева в ожидании чуда. Вот такая вот красота осталась доделать, и можно собирать. Вот одну забил, еще одну оставил. Сейчас добивать. Что же, когда-то все начинается и когда-то все заканчивается. Вот то, что удалось достичь, подвыровнять. Теперь надо машинку привести немножко в порядок. Это третий номер полироли Минзерна. Я люблю ей работать. Она очень хороший результат дает. Вот, убрать, как говорится, следы, что-то, чего-то где-то. Вот, где-то что-то выгнулось, где-то что-то еще осталось. Маленькие, небольшие складки, но уже как бы хорош. Нянчить машину, хватит ее мучить. Вот. И она от нас устала, и я от нее немножко устал. Поэтому приводим в порядок. Дальше следующим номером программы, значит, здесь вот на потолке 6 усилителей есть. Под ними на пятачках на таких была шовная мастика. Вот такого вот фасона. Она мягкая. Надо будет ее возобновить. Возобновлять у меня именно такой нету. Но у меня есть вот такая боди 3/9, это греческая мастика, довольно хорошо работает. Она как бы не полностью высыхает и немножко, скажем, мягковатая остается. В данном случае вот она сюда подойдет. Ладно, берем волшебную тряпку, делаем умное лицо и вперед из песни. Нам песня «Строить и жить» помогает. А между делом я вот смотрю очень хороший фильм. 62-й год. Это мне один год было, когда его сняли. В шикарном качестве. «Сокровище Серебряного озера». Про индейцев. Вот смалился. Ну просто качество обалденное. Фильма. Съемки красивые. Советую посмотреть. Те, кто моего возраста, поймут меня. Это такая ностальжи. Очень приятная. Красотень.
Ну и мы тоже что-то делаем. Вот. Располировал. Полиролька должна подсохнуть. Что случилось? Вот. Ну так вот. Иногда, чтобы стать красивой, надо быть некрасивой машинкой. Сейчас подсохнет, волшебную тряпку и вперед. И все заблестит. Кто не хотел в детстве быть индейцем, сингаджуком или еще кем-то. Так, а тем временем машина покрасивела, похорошела. Не везде, конечно. Но заблестела. Все осталось пол крыши и капот. Жарко, душно, конечно, тяжеловато. Вот так вот, уж эти индейцы. Не, ну классный фильм, действительно. Рекомендую посмотреть. Вот, я весь умыли, машина в красоте. Я думаю, все понятно. Полиролька свое дело знает. Где-то, конечно, не дополировал, имеется в виду. Вот. Чуть полирольчик не располированный остался. Ну что делать? Ну вот так. Как-то так. Где-то, конечно, я еще раз повторяю. Где-то пожеванности, где-то неровности. Ну, я не Господь Бог и не великий мастер. Как говорится, что мог, то я сделал. Хотя, конечно, дефекты кое-где я вижу, преломляются. Ничего не сделаешь. Ну, ничего идеального не бывает. К идеалу стремиться надо, но вы его никогда не достигнете, как говорил кто-то из великих. Так что вот так. Как-то так. Вот он багажничек. На нем тоже, конечно, есть по марке. Немало. Ну что делать? Что смог, то сделал.